Хаешки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибар, и мы продолжаем проходить Сириус Сэм 4. Поехали, просто присаживаемся, ребятки, поудобнее, заварим чай, кофе, печенюшки, какао, кренделя, молоко и супец. Все, как мы любим, приятного просмотра, и не забываем ставить лайк, дизлайк этому видео, потому что вам это не сложно, а мне это очень приятно. Вайфларесисланс. Так называется глава страны, все называется по... А подожди. А что, может, у меня в настройках что-то не так? Не, ну язык-то... Наверное, так глава называется просто. Очень странно, кстати говоря. Ну ладно. Вот. Короче, я прохожу практически конвейером. Я не читал... Точнее, как, я не могу прочитать комментарий, потому что я записываю подряд, у меня сразу несколько серий. Ну, не прям каждый день, но они у меня просто еще не выложены. Я менял комп, ну, там, тогда еще. Вот. И... Короче, там все навалилось так, и я не мог выложить. То там одна игра выходит, то другая. Я не могу... Так, давайте пока включим, чтобы загружалось. Человек. Да, видимо, так просто называется глава. Не знаю, как это, что это такое вообще. Поэтому, если вдруг пишете комментарии с какими-то советами, то они как бы уже, скорее всего, будут не актуальны, так как видео следующее... После того, что какому видео вы пишете, следующее уже, скорее всего, записано и уже там на днях выходит, возможно. Поэтому, скорее всего, как бы советовать нет смысла. Но в любом случае, пишите, как бы... Вообще можно писать не обязательно же советы, а просто мысли, как что. Я это все равно учитываю и, возможно, на следующее видео как-то... Или другие игры даже, то есть даже игры могу применять. Мало ли там скажете, ну вот, звук не так, или там то не говорю правильно, сям не говорю так, как надо, еще что-то, ну всякие, любые мысли. Вот, также, если есть желание поддержать канал, проходите по ссылкам в описании, буду рад любой монетке, очень мне поможет для развития, так сказать. Уже все в компе обновили, вообще, по сути, мне осталось... Вот желательно мне купить, конечно, кресло, потому что с креслом поудобнее. Я, ну, давно уже нету кресла, вот, так что я сижу на обычном табурете, можно сказать. Ну, мягком, конечно. Вот, так что кресло было бы, конечно, хорошо, но это не срочно, это вообще, ну, как будет у меня возможность, я обязательно его приобрету, а так, конечно, что-то зарос, надо подстричься, мне кажется. А, все, продолжить, поехали. Микрофон бы хотелось бы получше. Comrades, this man has come from far away to join our fight. I know we do not always love the Americans, but today we do not fight for France or Algeria or America. We fight for Earth! So listen carefully. I shall say this only once. We must get to the castle. I know we have lost many good people trying. But our informant has found another way. I will not lie to you. It will be our final mission. But I say it will be worth it! Worth it! А где хлоп? Чего никто не хлопает? Где там типа... Где вот это все? More of a general brand thing, but I just lost a good friend and I think he'd like me to say something inspiring. So here goes. We're gonna storm that castle. We're gonna get that grail. We're gonna kill Ackerman and we're gonna win this goddamn war. Vive la resistance! Vive la resistance! Vive la resistance! Это какая-то это... Боевой клич, да? I don't. I heard that in a movie. В кино, короче, он слышит. О-о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 -
с игрой-то? Подожди, подожди. Тихо, тихо. Она жестко сначала что-то начала. Жестко фризить начала, но сейчас вроде нормально. Может, типа чуть-чуть не прогрузилась. У меня вообще в последнее время что-то какая-то... Ни хрена себе, ты просто ходишь и все. Тебе не надо даже прыгать. Жестко.
Так, а вы типа здесь останьте, или вы со мной? О, вы со мной, ребята, тогда гоу, вместе-то веселее, одному как-то... Так, на тебе, Левиафан. Мне бы, конечно, мои пушки вернуть, я бы был просто счастлив. Да, Кенни, конечно, завалили как... Они заплатят за все, эти сволочи. Они заплатят за Кенни! Я буду мстить! Мстить буду! Никто не уйдет живым. Опа, здорово. А это кто у нас? Мишель. Мишель, здорово. Слышу уже что-то там. Кстати, давайте возьмем автомат, потому что раз у нас полные патроны. Опа, а здесь сейчас будет жесткая разборка. Надеюсь, моих не завалят. Надеюсь, их не завалят, типа у них нету ХП. А, это радио. This is Radio Free Earth with excellent news from the Tunguska offensive. Снайперша из России, известный только по прозвищу Одноглазая Ольга. Удалось сейчас, что это преследователь. Че это? Где-то так, где-то это. Что-то тебя ударил по беспособности акта войск. Что-то молодец, Ольга, ты выиграла нам такое необходимое время. Давайте же используем его с толком. Ну давай. Хрена себе, там какая-то Ольга. Так, а вот чё? Солдат сопротивления 1, солдат сопротивления 2. Нормально. Почему бы и нет? Ага. Поехали, началось. Блять, они бегут ко мне! Пацаны, стреляйте! Охренеть, там зеленый этот... А чё за жесть? Стреляйте, пацаны! На-н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 а! Да ты охренел, иди нахрен отсюда! Хорош, пацаны! Фу. Всех добили, красавцы! А, я забыл, что у меня вот такая пушка-то есть. Ёлки-палки. Зеленого можно было вообще на раз бы завалить. Oui, I will tell him. Your teammates landed south of the town. We have sent someone to show them the way to the castle. They'll meet us there, if nothing goes wrong. Of course, something always goes wrong. Tell me about it. Нормально все? Раз-два-три, нормально. Музыка ничёшная вообще. Вот такую бы музычку во многих каких-нибудь стратегиях. Ну, про вот такие древние какие-то времена. Ну, такая музыка прям вот мне вообще по кайфу. Либо в более каких-то таких, знаешь, не шутерах таких вот, типа Дума и Сэма, а что-то... Пацаны, стреляем. Стреляем и не прекращаем стрельбу. Хорош. Шквальный огонь. Отлично, красавчики. Тихо, окружают, нет? Там жердяй какой-то, да, стреляет? Ага. Кто-то еще там. Отлично. So, are you impressed by the wide variety of local artisanal monsters? It's okay. It's okay. Ох уж эти шуточки. Отлично, спокойно. Вроде все разобрали. Отлично, ребята, пошли дальше. Вот так играть интересно. Вот так. Вот тут не спорю. Вот такой командой
играть прям, ну, честно говоря, по кайфу. Так, пора бы, наверное, с дробовиками походить, потому что мы потратили почти все автоматные. Встретить информатора. Задачка у нас. Так, а вот это что такое? Туда нам нельзя? Окей. Вот это вот... Вот этот момент такой прям... Душевный такой. Как одинокий воин идет по пустыне мстить за Кенни. С окровавленным там луком или каким-нибудь мечом. Так, а вот что у нас там? Нам, мне кажется, там что-то лежит. А, ну это же топ-задание. Дополнительная цель. Искусство войны. Автоматический дробовик. Круто, что мы вместе идем. Вот что интересно. Опасно, но надо. Опасность — это мое второе имя. Ну, тут не поспоришь. Тут хер поспоришь. Вот на самом деле Сэм раскрывается потихонечку, потому что первая половина игры какая-то была скучнявая, если честно. Вот, вот если убрать диалоги все. Опа. А чё он там, кого они жарят там? Кого-то они там жарили, барбекю что ли какой-нибудь? Это нахер мне не нужно, даже слушать неинтересно. Quick, we must stop them before they destroy everything. Так мы их уже завалили. Там вроде больше никого нет. Но здесь сейчас точно жопа будет, 100%. Если что, есть мощный дробовик. Миниган бы вернуть, вот это было бы кайфово. А что нам так много дают этих-то боеприпасов? Здесь, наверное, жопа будет, да? Скорее всего, раз нам столько патронов-то дают. There it is. Finally. The Sinful Virgin by Van Clor. The most underappreciated post-impressionist masterpiece of the 19th century. Wait, the artifact's a painting? Yes, I thought you knew. I guess it makes sense, but come on. Реально, я тоже думал, мы за пушкой какой-то идем, а не за картиной. That explodes. Не, искусство надо спасать, конечно, но... How perfect every stroke. She is, but still, it's a painting. I can't kill things with art. My friend, do not worry. For you... А где ты его нашел-то? Где ты его взял? А где раньше он был? It's a masterpiece. And the painting's okay, too. I'm not mad that we saved it. I just thought it was an alien artifact, you know? We know. You know. Так, ну а чё у меня с дробовиком? Опа, надо его срочно включить. See how I killed this one, Stone? Ну, у меня много патронов в любом случае, может быть. Ёлки-палки. Охренеть. Тихо, надо бежать в самый край. Ух ты ж, Ух ты ж, охренеть, а чё их там так много? У меня патроны кончились. Подождите, стойте, я не понял, а чё это за жесть? Я побежал в самое пекло, мне не надо было сюда бежать? А чё это за автоматический дробовик? Чё-то он точно такой же, как и прошлый. Ну-ка, мне даже вот этот больше нравится. Потому что он хотя бы взрывной. Так, надо спрятаться вообще в укрытие и взять дробовики вот такие вот. А, блин, они еще стреляют.
Так, стойте, мне нужно срочно какой-нибудь... что у меня есть? Что у меня есть? N. У меня ни хрена нету. Блин, ну мне еще конец. Блять, да что же делать-то? Я не знаю, ну они со всех сторон. Ну как я ненавижу, блин, со всех сторон. Ну ненавижу просто вот. Ну хоть убей, ненавижу. Вот они, блять, все стреляют, все стреляют. Все стреляют, просто все, кому не лень. Давайте, ребята, стреляем. Чё ты стоишь-то? Ну вот, видишь, что происходит? Они просто зажрали и все. А все, это конец. А я не понимаю просто теперь. У меня нет никакой нормального оружки. Оружки просто нету нормальной никакой. Блин, надо вот этих ракетчиков завалить просто в первую очередь. В первую очередь надо их валить. Вот уже. Тихо, тихо. Сначала валим вот этих самых жестких. Они... Патроны кончились, охренеть. Тихо, тихо, валим вот этого. С одного выстрела, кстати, валится, прикинь. Бегаем, бегаем, спокойно, спокойно. ХПшечки подбираем. Вроде их больше нету пока. Спокойно, спокойно. Ну, сейчас вот уже полегче, полегче. Я самых жирных вот этих завалил. Спокойно. Патрончики. Так, ну все, там мои сражаются, но... Все? Оно как бы, блин, вроде как бы и крутое. А вроде у нее такой разброс, конечно. Но там еще, скорее всего, гранатометчик какой-то есть. А, пока соберу это. Патрон, конечно, валили до херища. А кто там? Все, что ли? Так у меня был этот дробовик, он просто вернулся. Я типа как будто заново все собираю. Я просто надеялся, что я просто найду какую-то сумку со своими оружками. А тут, по сути, все теперь заново. Так, тихо. Кто-то еще тут жив, что ли? Смотри, сколько их лежит, вообще до хрена и больше просто. Так, ну чё здесь, кто застрял-то? Ну все, отлично. О, там пошли, пошли эти. Ничего, сейчас у меня есть... Втроем мы справимся нормально. Они, смотри, как идут жестко. Вот тут дробовик, конечно, хорош. Тихо, тихо.
Ох ты ж, ёлки-палки, вот это плохо. А чё их так дохерища? Да, херища. Ух ты ж, ёлки-палки. О, вот это сейчас дробовик тут к тему, кстати. Тихо-тихо, перезарядочка, быстренько. Где пацаны? Где мои пацаны? Вот этот дробовик, конечно, тема. Все? А, так мы все... Они все погибли? Я не понял, они реально погибли? То есть, ну, это Саид, окей, это Мишель. А там были, типа, солдат сопротивления, вот один... Второй, там, третий. Они, типа, все погибли? Чё, где ещё-то? Ага. А, они здесь стоят. Я думал, вы все погибли. А я... Ну, чё, где, кто? Так, это еще не все, да? Опа-на! Перезарядочка. Ничего-ничего, сейчас мы решим все. С такими дробашами это вообще не сложно. Да тихо ты! Тихо, где мои эти? Охренеть, как больно. Больно. Больно, больно, больно. Я сейчас сдохну. Уходим. Больно. Пацаны, спасите меня, пожалуйста. Вы почему там не помогаете мне? Да меня сейчас завалят просто. А вы просто стоите, пацаны. Помогайте. Ай-яй-яй-яй. Ай, как больно. Отлично. Ни хрена себе, её в мясо просто. Фу, вот это плотненько было. Я честно скажу, это было потнявенько. I'm sure there will be more soon. Патронов, конечно, завались. Но вот они быстро кончаются. А пополнять уже некогда. Так, ладно, соберем, что сейчас влезет, да и пойдем дальше. Так, все что ли? Уже все пополнил. Так, ладно, что там? Получается, там и тоже ничего не... Нам просто надо было эту точку задержать, да? Все, тогда погнали. Там, кстати, путь срезался, получается. Смотрите, мы же оттуда пришли, а путь срезался теперь вот из этих ворот. Даже дробовик весь потратил, прикиньте. Даже дробовик. Так, встретить информатор. По-прежнему у нас задача, ребятки. По-прежнему задачка одна и та же. Ладно, раз мы пополнили, давайте, наверное, и с дробовиком походим. Двухстволочкой. Си-4. Ну, тоже неплохо.
Он ее очень медленно кидает, если честно. Вот реально. Как-то надо, я нажимаю, он пока что-то вот ее кинь, пока она полетит. Надо. Да вы че? Блин, да ладно. А ладно. Тихо. Все. Их вертолет сбит. Да ладно, опять кто-то идет, ты смотри. Механическая эта херня идет. Шестистволочка моя. Так, удалось спасти Висен. Портрет. Ну это про нас, короче, что мы портрет да это спасли. Так, отлично. Шестистволочка наша любимая. Так, спокуха, спокуха. Ой, как ты долго раскручиваешься. Это надо друг. Вот и все. Дробовиками это быстрее. Где-то ходит, а где непонятно. Уходим! Они все равно бесконечно, у них хпшка, поэтому пускай они в первых рядах идут. Тихо, кто стреляет? О, вот это красиво было сейчас. Так, снайпер где-то тут. Хотя они сами на нахер. Кто там? На нахер. На нахер. На изи, на изи. Мне кажется, вот эти два дробовика, они даже лучше, чем просто шестистволка. Просто делаешь два выстрела и все. Так, ну теперь с ней уж точно походим. Мне кажется, это уже конец головы, потому что мы уже настреляли нормально так. Считай, доп выполнили, сейчас мне кажется... Ага, ну окей. Слева, слева. Справа! Покуха! Почему они с этой стороны еще идут? Ух, там сколько их, смотри, вообще жесть. У меня патроны кончились, да ладно. На-н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 а. На-на-на-на-на-на-на-на.
сам себя, блин, подорвал. На-на-на, вот это мясо, вот это жесть вообще просто. Ой, надо уходить. На-н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 а. Чё, кто на меня? Кто на меня? Ты на меня, ты на меня. Просто вообще жесть. Вот это красиво было, блин. Ничего не скажешь, ничего не скажешь. Да в смысле? Да в смысле, блин? Иди нахер отсюда. Я хочу собрать патроны. Какого хрена вы опять сюда приперлись? Это кто там еще? О! Вот суки какие, а? Лезут и лезут из всех щелей. Все мобы всех видов просто. Самые, конечно, противные, это те, по которым попасть сложнее всего. То есть даже если они слабенькие, то конечно, сложненько. Они просто двигаются туда-сюда, ты больше патрон тратишь, чем мог бы... Чем можешь себе позволить. Вот так вот. Где-то кто-то еще... Опа! Надо мне как-то сюда забраться. Он проблема в том, что очень быстро двигается и как-то, короче, это, он слетает. Видишь, я вроде ничего не нажимаю, а он уже слетает. Так, как вот мне... Вот, да, ты серьезно, что ли? Так, спокуха. 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 Да куда ты перепрыгиваешь-то? Да видишь, он слетает. О, тихо, спокойно. И раз, отлично. Что это? Психологическая граната. Кстати, очень хорошая штука. Вот в таких замесах она очень нужна. Чё, все? Зелененькая? Отлично, погнали. Да нахер мне твой сыр-то, ты чё? Red or white? That depends on whether he tastes like chicken. А уровень когда-нибудь мне дадут новый прокачать? Я уже хотел бы. Так, использовать. Что это такое? This is Bill Corwin. Это какая-то новая голограмма. Ой, это голозапись или просто запись. Something from earlier today. I miss TV shows. Now, of course, television was mostly a way of transmitting subliminal messaging to make us buy gluten-free products. You know, so our body's cellular cohesion would decrease to make it easier for the moon spiders to digest us. But what if the moon spiders could have protected us from mental... Ой, господи. Короче, еще доп. Задание, да охренеть просто, время-то уж сколько, 33 минуты. Короче, они там скучают по своим всяким этим телевизорам, прочей всякой херне, всяким удобствам. Доп. Задание, добраться до мастерской, окей, мы же все вместе, правильно? Мы же команда, поэтому погнали, вместе-то не так сложно. Мишель уже даже впереди меня. Тут сейчас тоже какая-нибудь замес будет красивый. А замесы я люблю.
Замесы я... Опа, что-то не взял. Замесы я обожаю. Так. Мы собрали все... Все припарки и всю бронюшку. Here it is. We will go inside and get the equipment. Can you guard the entrance? Guard the entrance is my middle name. Караулить мое второе имя, нормально. А тут сейчас жопа будет, поэтому я... I like him. Мне по-любому придется их спасать. А, так мне нужно их защищать. А я с чуваками или один? Я один. Охренеть. Спасибо. Просто прекрасно, спасибо, обожаю. Так, самое главное, я их подбил, это и... Ну, так как я один, здесь не должно быть, наверное, супер много врагов. Круто, что он пока одной рукой стреляет, второй может перезаряжать. Так, спокойно. Какая-то ворсинка. Так, их становится, кажется, многовато, не? Ай, больно, блядь. Так, у меня кончаются боеприпасы. Так, ну конечно. Пошли жесточайшие скорпиончики. Но они на самом деле херня, если честно. Кто это? Блядь, где моя шестистволка? Быстрее. Их слишком дохера. А, ну снайперов мне еще не хватало. Ты кто здесь? Бля, здесь нужны эти. Быстрее! У меня кончились боеприпасы такие, елки-палки. А как я с ними сражаться-то буду? 11 снарядов. Ладно, пока что еще хватит. Да иди нахер! А что я буду дальше делать? Так, взяли, взяли немножечко. Ух, потненько. Вот это уже... Any problems? Были? Да не, проблем на самом деле не было, но они были. Problem. It's a solution. I found this in one of the boxes. Это что, пила, что ли, какая-то? Nice. Thanks. That was a fun little shopping trip. Что я получил-то на самом деле, я так и не понял. Какую-то херню я получил. Возможно, это какой-то апгрейд. Ну что, нам быстренько надо собрать, да, наверное, нам надо заканчивать. 38 минут. Я думаю, на этом мы закончим. Вы как вообще, ребятки, думаете? Конечно, понимаю, что вы меня не можете прям так сразу ответить. Просто, скорее всего, там в конце где-нибудь опять будет какой-нибудь замес. Ну, прям 100%. Вряд ли я сейчас, типа, дойду и... Хотя, блин, ну давайте, 38 минут, еще есть время. Ладно, давайте быстренько. Можем успеть даже пройти миссию полностью. Не будем тормозить особо. Шестистволочка у нас полненькая, давайте с ней побегаем. Потому что... Just last week we had to kill a dragon. Yeah, I shot a unicorn once. I told you he would not be impressed. Меня вообще ничем не удивишь. Я таких жердяев огромных убивал. Вы просто представить себе не можете.
Эй, ты чё? Иди нахер. Здесь, кстати, нужна психологическая вот эта херня. Граната. Мне кажется, да? Давайте так и сделаем. У меня же есть она. Давайте кинем, пока есть возможность. Пускай они сами друг друга там валят. Ой. Они, видишь, друг друга там вообще стреляют. Жуки там всякие и прочие. Блять, кажется, граната перестала действовать. Тихо, спокуха. 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 Блять, голова начинает чесаться. От напряжения как будто. Так, этого завалили. Тихо-тихо, спокойно. У меня есть вот этот вот дробовик. Он, кстати, неплох. Раз их не так много, можно и дробовиком пострелять. Все? Они нихера не сдаются. Ты что говоришь такое? Чтобы инопланетяне сдались? У них, мне кажется, даже нету просто тупо чувств. Че, я взять не могу-то? У них тупо нету даже чувств, чтобы подумать, типа, может сдаться. Они просто идут и все как тупо. Ну, тупо, они запрограммированы так. Мне кажется, только какие-то их, может быть, там, предводители... А, ну конечно, конечно, конечно. А что это такое вообще? Активировать гаджет. Что это такое? Что это? Подожди, снаряжение. А, это головоломка. Она же у нас была, елки-палки. Она отвлекает на себя, короче, все это. Все, я думаю, что это за штука? Я же говорю, мы все по сути заново собираем. Они повсюду, повсюду. Патроны на шестистволку кончаются. Я слышу что-то очень жесткое. Или это ракеты так взрываются? Да иди ты нахер! Вы там, пацаны, сами можете без меня убить кого-нибудь? Опять. Они не остановятся ни перед чем. Опять эта херня. Где он? Вон он. Ай-яй-яй, здесь нужна жесткая пушка. Спокуха. Вон он еще один. Надо зелен... Ой, как их много, ёшкин кот. Убегаем, просто убегаем. Ой, их тут что-то вообще до хрена. Уходим.
От них главное убежать, да и все. О, ну, наверное, это все. Сейчас, наверное, по канализациям следующая миссия будет. As you can see, we are not called an underground movement for nothing. Блин, ну по канализациям. Казалось, либо за цаациям вообще ползать не хочется. Get down! No, don't! Да ладно. Good reason. This is our informant. He's... Да ладно. What? Чё? Серьезно? Human, remain calm. We are not all servants of Tahum the Mad. It is only the fanatics who consider him a god. Да ладно, вот. Not... У кого-то все-таки есть разум. Okay. Допустим. Human, do you want to go to the castle or not? No time to argue. We need to go. Блин, ну он реально разумнее, чем все остальные, значит, наверное, он не это. Вряд ли он хочет предать нас. Can I call you Charlie? Ah, that is what my brood mother called me when I was but a hatchling. So how did you end up on Earth, Charlie? Like all conquerors, it is Tahum's way to ally himself with the very worst people in each civilization. On my home planet, he supported a faction of religious fanatics. They were, how do you say, Dracraks in English? Traitors? He helped them destroy the Кретины. Of Scorpius. Он еще не полностью английский выучил. Years of culture. When they started drafting young arachnoids for his army, the resistance saw an opportunity to sabotage Tahum's operations from the inside. Cool. Серьезно, это еще не конец? Ну уже теперь точно в следующей миссии продолжим. А ты с нами будешь ходить, да? Блин, это же круто. И это, кстати, вернулось. А когда она вернулась? По-моему, у меня ее не было же. Ладненько, ребятки, давайте на этой ноте мы закончим и продолжим просто в следующей серии. Всем спасибо за поддержку, за просмотры, за вашу активность. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, пиши комментарий. Я обязательно отвечу на каждый комментарий. Ссылка в описании есть на поддержку канала. Если есть желание, то, пожалуйста, буду рад любой монетке. И обязательно жмакай колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы, игры и все в этом духе. Вот, уже увидимся в следующей серии. Ребятки, всем еще раз спасибо. Всем пока.